Глава города Вадим Шувалов сегодня инспектировал зеленые территории и газоны Сургута. В перечень осмотра входили как образцовые места, так и проблемные. В частности, градоначальник остался доволен тем, как украшены площадь Советов перед администрацией и мемориал Славы. Впрочем, в сквере у Вечного огня глава города указал на нюансы. В частности, он распорядился убрать несколько пней от спиленных ранее деревьев, а также заменить голубые ели, которые высадили в прошлом году, но они не прижились. У нас чуть-чуть изменили мы где-то конфигурацию, сейчас вам точно не могу сказать. Ну, сам рисунок, который создается цветами, вот это изменили. Объемы, единственное, мы Комсомольский проспект в этом году задействовали. Там есть цветники такие, которые искусственно созданы. Не допускаем еще высокого травостоя, чтобы было видно вот клумбу в том виде, в котором она есть, которая дизайнерами разработана, и чтобы она, ну, радовала глаз. Впрочем, Вадим Шувалов обратил внимание и на негативные моменты. К примеру, на некоторых газонах трава до сих пор не скошена. Это связывают с недостаточным финансированием. Оно, по словам заместителя главы Сургута Владимира Базарова, не увеличивалось как минимум с 2011 года. Не все в порядке и с газонами на придомовых территориях. Уже завтра градоначальник планирует провести рабочую встречу с представителями управляющих компаний, на которой будет обсуждаться целый ряд насущных вопросов, в том числе и этот. Это одна из тем, то есть в каком состоянии они содержат свои придомовые территории. Будем говорить и об этом, будем говорить и о дорогах, тротуарах, будем говорить о тех всяких заборчиках, которые есть, будем говорить о написании, это я что планирую завтра с ними эти темы поднять. То есть на территории они должны быть хозяевами той территории, где они, так сказать, для этого и назначены, и их выбрали люди, и спрашивают, и деньги они платят, кстати, за все за это.